Жаркая поездка выдалась у пассажиров трамвая номер 15. В 7:15 кабину общественного транспорта, следовавшего по улице Карла Маркса в районе Воскресенского кладбища, заполнил дым. На кадрах, снятых очевидцами, видны искры и огонь, исходящие из-под колес трамвая. Предварительная версия произошедшего – короткое замыкание электропроводки в результате намокания. В момент задымления в салоне находилось небольшое количество человек. Все они были оперативно эвакуированы. Соответственно, никто не пострадал. Вагон старый. Возможно, старая же неисправность дала о себе знать. «Татру» отбуксировали на ремонт. Насколько фатальными оказались повреждения, не сообщается.